Всем привет! Сегодня у нас 14 октября. Мы находимся, это у нас сад Салавата Юлаева. Сейчас мы пройдем по осенним тропинкам, посмотрим, в каком он состоянии. Здесь, кстати, внизу есть висячий мост. Сходим на него, потому что летом мы на него так и не ходили. И сейчас открываются деревья у нас без листвы, ну, практически без листвы. И намного лучше видно реку. Посмотрим, какой обзор. Поехали. Сад имени Салавата Юлаева, или, как его раньше называли, сад имени Крупской. Находится он в южной части города, прямо возле дома-музея Аксакова. Из сада открывается просто шикарный вид на реку Белая. Именно сейчас, когда листва опадает, реку видно намного лучше, чем летом. В парке установлены красивые беседки, в которых можно сидеть и любоваться пейзажем. Идем на мост. На висячем мосту молодожены вешают замки, а ключи выбрасывают во враг под мостом. В саду есть даже детская площадка с мягким покрытием. Прекрасное место, которое я вам советую посетить, тем более погода сейчас позволяет. Вот в таком состоянии у нас был сад Салавата Юлаева. Надеюсь, вам понравилось. Везде скамейки, тропинки. Чисто, аккуратно. Рядом, конечно, городская суета, но здесь она не ощущается. Чувствуешь себя спокойно, есть где отдохнуть, подзарядиться энергией, посмотреть на реку, подумать о вечном. С вами был Александр Мартынов. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!